Ты не устал, Том? Нет, выспался в самолете. Тут информация о Солоце. Так. Солоце известен как турок. Он хорошо владеет ножом, но пускает его в ход только когда есть серьезная причина. Он занимается наркотиками. В Турции у него маковые поля. А в Сицилии заводы, производящие героин. За наличные и защиту от полиции он предлагает долю в бизнесе. Какую, я узнать не смог. В Нью-Йорке за ним стоит семья Таталья. Им тоже что-то причитается. Сантино Корлеоне. Он сидел? Дважды. В Италии и здесь. Он главный поставщик наркотиков. Сантино, что скажешь? Это выгодный бизнес. Том? Я за. У наркобизнеса необъятный потенциал. Если не мы, за него возьмутся другие. Одна из пяти семей или все разом. На вырученные деньги они перекупят полицию и политиков. И примутся за нас. Сейчас у нас есть профсоюзы и горный бизнес, но за наркотиками будущее. Если не согласимся, то рискуем потерять все. Не сейчас, так лет через 10. Ну? Что скажешь? Да. Вот, Дон Корлеоне. Я ищу человека с влиятельными друзьями. Мне нужен миллион наличными. И политики, которые у вас в кармане. Вместе с мелочью. Каков интерес моей семьи? 30%. В первый год вы получите 3-4 миллиона. И это лишь начало. А интерес семьи Таталья? Моя благодарность. А Татали позабочусь я, из своей доли. Я получу 30% за вклад, политическое влияние и юридическую защиту. Верно. Почему вы обратились ко мне? Чем я заслужил такую щедрость? Если вы рассматриваете миллион наличными как простой вклад, за вас, Дон Корлеоне. Я согласился на встречу, потому что знаю, что вы человек, которого следует уважать. Но я вынужден отказать. И объясню, почему. Это правда, у меня много друзей в политике. Но я потеряю их дружбу, если вместо игр, которые считаются безобидным грехом, займусь наркотиками, грязным бизнесом. Дон Корлеоне. Мне все равно, как человек зарабатывает на жизнь. Но ваш бизнес немного опасен. Если вас беспокоит сохранность денег, Таталия это гарантирует. То есть Таталия гарантирует наш вклад. Погоди. Я люблю своих детей и испортил их любовью. Они говорят, когда следует слушать. Однако, сеньор Солоце, мое решение окончательно. Я поздравляю вас и желаю всяческих успехов в вашем начинании, поскольку наши интересы не конфликтуют. Спасибо. Сантино, подойди. Что с тобой? Из-за твоих амурных дел ты скоро совсем без головы останешься. Никогда не говори чужим, что ты думаешь. Иди.